Привет, добро пожаловать на новое видео, это Павел Волон, и сегодня у меня для вас кое-что действительно очень интересное. С сегодняшнего дня мы начинаем запись на событие, которое стартует сразу после новогодних праздников, и которое по-настоящему трансформирует ваше умение создавать танцевальную музыку. И это своего рода челлендж, в котором может принять участие каждый, у которого нет заметного прогресса в создании музыки, опускаются руки при прослушивании своих же треков, и чей результат — это несколько демок и куча проектов зарисовок. И это будет онлайн-марафон по созданию EDM, и это ваш неизбежный путь до результата, потому что сколько можно стоять на месте? А теперь очень приятные подробности о этом марафоне и как в нем поучаствовать. Главная цель марафона — поместить музыкантов в ситуацию и сообщество, где реактивный прогресс и музыкальный рост неизбежен. Это месячный онлайн-тренинг, стартующий 15 января, который изменит вашу музыку и повысит в разы навыки продакшена, как ни один видеокурс за год обучения. Под четким руководством, с отработанными техниками в обучении, постоянными заданиями и проверками вы будете вынуждены создать свой трек с самого нуля и до действительно качественного результата. Проблема формата видеокурс в том, что их покупают, но мало кто смотрит и еще меньше применяют какие-то знания из них. И главная проблема в обучении по видеокурсу дома – это комфорт. И захотел – посмотрел, а захотел – не посмотрел. Марафон – это неизбежный рост и движение с другими музыкантами, которым надоел застой и вялый прогресс в музыке, в соревновательной форме, с открытым для всех рейтингом после каждого задания и этапа обучения. И самое интересное – очень приятными призами для трех лучших по итогам. Это будет кое-что действительно необычное, но это наконец-то формат, который заставит вас вырасти, так или иначе, и вырасти в разы. Я не говорю, что это будет легко, это будет трудно, это будет некомфортно, но это будет супер результативно и эффективно. И те, кто не боятся трудностей ради результата, готовы принять этот вызов. Мы, конечно, не можем взять все жанры танцевальной музыки под обучение на этом марафоне, поэтому будет два жанра, популярных на сегодня. Это электрохаус, с которым можно провести сегодня небольшую параллель, прогрессив хаус, и фьючер бейс. И выбрать нужно будет только один, который ближе к вашему стилю. И как онлайн-марафон может решить все ваши проблемы в музыке всего лишь за месяц? За годы обучения начинающих в нашем проекте FL Studio Pro в формате видеокурсы, в формате 1 на 1, я уже давно вывел все формулы и знаю большую часть общих проблем у начинающих в музыкальном продакшне. Поэтому вот в каких 8 этапах вам предстоит неизбежно вырасти за этот всего лишь месяц. Гармония и все необходимое в музыкальной теории для спокойного создания современной музыки, мелодий и аккордов. Правильный подбор и комбинация инструментов и сэмплов в вашей композиции для взрывной аранжировки и удачного сведения впоследствии. Также практика успешного лейеринга инструментов. Самая важная и огромная доля обучающей программы марафона будет посвящена аранжировке, развитию идеи и построению полноценной композиции. Intro, breakdown, build up, drop. Все фишки, необходимые навыки творческой обработки для того, чтобы трек не был скучным, ненасыщенным и однообразным. Только самые важные и практичные вещи в сведении, которые делают результат в разы качественнее и решают 80% проблем в вашем звуке. Все это время естественным образом будут так или иначе затрагиваться все важные аспекты работы в секвенсоре FL Studio 12. Мастеринг и все, что необходимо знать музыканту об этом процессе сегодня. И, наконец, музыкальный маркетинг и как быть услышанным сегодня своей аудиторией или лейблами. Итак, как будет проходить вот это событие? 15 января начнется первое занятие, где мы познакомимся и вы получите свое первое задание. У вас будет 2 дня на его выполнение и отправку на проверку ведущему. В случае удачно выполненного задания, вы проходите на следующий этап в обучении и получаете следующее домашнее задание. В случае нахождения ошибок и недочетов, вы получите детальное руководство по их устранению и улучшению результата. В случае невыполнения домашнего задания в 4-дневный рабочий срок, вы будете исключены из марафона. Еженедельно в группе FL Studio Pro будет вывешиваться статистика 20 лучших музыкантов. Марафон будет состоять из 8 больших занятий, которые затрагивают все аспекты создания музыки и ее продвижения. По результатам марафона будут награждены призами 3 музыкантов с лучшими треками. И самое главное, вы будете вынуждены создать свой трек с самого нуля и до качественного результата, либо покинете марафон. Для всех дошедших до конца музыкантов будет проведен закрытый вебинар по ответам на все интересующие вас вопросы в музыкальном продакшене и не только. И мы долго думали, как сделать так, чтобы музыканты точно получили тот результат, за которым они пришли на марафон. И в принципе очень быстро стало понятно, что это должен быть простой взнос, потерять который им было бы точно неприятно, и чтобы все точно дошли до желаемого результата.
Так как сейчас это наш первый поток, то только в этот набор, который будет состоять из 100 человек, поэтому места расхватаются точно до наступления Нового года, единоразовый взнос с участника марафона будет составлять всего лишь 2000 рублей. Мы стартуем 15 января. Те, кто готов измениться и наконец-то сдвинуться с мертвой точки в создании электронной музыки, добро пожаловать по ссылке в описании. Старт 15 января, но напоминаю, что количество человек ограничено. Максимальное количество участников марафона – это 100 человек. Поторопись, чтобы успеть занять свое место и поместить себя в среду, где нельзя не становиться лучше музыки. Итак, если ты готов наконец-то взять ответственность за свой рост в новом году, ты знаешь, что делать. Но если ты сомневаешься или ты привык не торопиться и находиться в комфорте, без ответственности за свой быстрый рост, то, скорее всего, это не твое, и следующий год пройдет так же, как и все остальное, скромно, незаметно и без особых результатов музыки. Ну что, если ты с нами, то до встречи на марафоне. Это точно будет не скучно.